свойств хлореллы. Хлорелла – это одноклеточная зеленая микроводоросль, которая живет на Земле около 2 миллиардов лет. В 19 веке голландский ученый открыл хлореллу, и с этих пор началось ее подробное изучение. Эта водоросль настолько богата хлорофиллом, что никак иначе, кроме как хлорелла, ее назвать просто не могли. Вот несколько фактов о хлорелле, которыми этот суперпродукт привлекает к себе внимание как знаменитостей, так и обывателей. Популярность хлорелла стала набирать после того, как ее использовали в питании космонавтов. Сотни лет хлореллу используют в китайской и аюрведической медицине. Она поддерживает иммунную систему, делает вас моложе и стройнее, держит в норме холестерин, кровяное давление и сахар и помогает бороться с раком. Вы уже поняли, что хлорелла – это суперпродукт, который имеет натуральное происхождение, обладает богатым составом и настолько богат белком, что способен заменить мясо, если это необходимо в вашей диете. Хлорелла продается в специализированных магазинах в виде высушенного порошка, капсул или спрессованная в таблетки. Если вы хотите узнать больше о свойствах хлореллы, то оставайтесь с нами. Но прежде чем мы начнем, ставьте лайк этому видео и обязательно подписывайтесь на наш канал. И чтобы не пропустить новые выпуски, жмите колокольчик. И мы начинаем. Чем полезна хлорелла? В первую очередь, содержанием витаминов и минералов в своем составе. Хлорелла содержит витамины группы В, особенно В5, водорастворимый витамин С, бета-каротин, фолиевую кислоту, витаминоподобные вещества холин и ниацин, жирорастворимые витамины Е и К, флавониды, гликопротеин, кальций, серу, йод, клетчатку, а также кремний и хром. Особое внимание привлекает наличие большого количества белка, около 50%. Его количество сопоставимо с животным белком в мясе и рыбе. Отдельно стоит упомянуть о хлорофилле. Химический хлорофилл очень похож на белок гемоглобина в крови человека. Поэтому применение хлореллы улучшает снабжение кислородом тканей и органов. 8 преимуществ хлореллы. Номер 1. Выводит из организма тяжелые металлы и токсины. Такие металлы, как железо или медь, необходимы организму в небольших количествах. Но поступая в больших количествах, могут быть токсичны. Откуда же поступают тяжелые металлы в организм человека? Загрязненный воздух, плохая экология и некачественный продукт в большинстве своем содержат избыток тяжелых металлов, которые оседают в организме и самостоятельно не выводятся. Один из них – это диоксин, который поступает к человеку с животной пищей. Помочь организму вывести избыток тяжелых металлов может хлорелла. Исследования показали, что хлорелла помогает снизить количество вредных веществ, поступающих в еде и вдыхаемых из загрязненного воздуха. Номер 2. Поддерживает иммунную систему. Исследования, опубликованные в 2012 году в журнале National Journal, показали, что после 8 недель приема хлореллы активность НК-клеток, естественных киллеров, улучшилась. Исследователи из университета Йонсей в Сеуле, Корея, изучали реакцию здоровых людей и их иммунные системы на добавки хлореллы. Результаты показали, что хлорелла поддерживает здоровый ответ иммунной системы и помогает организму улучшать собственную защиту на клеточном уровне. Номер 3. Помогает в похудении. Похудеть сложно, особенно с возрастом. В журнале «Лекарственные продукты питания» опубликованы результаты исследований, доказывающие, что употребление хлореллы приводит к заметному снижению процента жира в организме, общего холестерина в сыворотке крови и уровня глюкозы в крови. Употребление хлореллы для потери веса работает в следующих направлениях. Регулирует гормоны, улучшает обмен веществ, улучшает кровообращение, повышает количество энергии. Все это помогает снизить вес и жировые отложения, а также удаляет накопленные в организме токсины. Активно худеющим также стоит помнить, что при потере веса высвобождаются токсины, которые необходимо выводить из организма как можно быстрее. Способность хлореллы окружать токсины и тяжелые металлы, присутствующие в нашем организме, помогает облегчить и ускорить их естественное выведение. Хлорелла помогает выглядеть моложе. Есть ли преимущества хлореллы для кожи? Точно есть.
Исследования продолжают показывать, что хлорелла также может замедлять процесс старения, делая вас моложе. Исследование, опубликованное в журнале Clinical Laboratory, показало, что хлорелла значительно снижает окислительный стресс, который может быть вызван загрязнением, стрессом и неправильным питанием. Причина, по которой хлорелла так эффективна для придания молодости вашей коже, заключается в том, что она естественным образом повышает уровень витамина А, витамина С и глутатиона в нашем теле, что устраняет свободные радикалы и защищает клетки. Принимая одну чайную ложку или пару капсул в день с добавлением хлореллы, вы увидите результат уже через 2 недели. Номер 6. Борется с раком. Считается, что все человеческие тела в какой-то момент разрабатывают раковые клетки. Правильно функционирующая иммунная система обладает способностью атаковать и разрушать эти клетки, прежде чем у них появится шанс развиваться. Недавнее медицинское исследование показало, что хлорелла помогает бороться с раком несколькими способами. Во-первых, если принимать хлореллу заблаговременно для профилактики, она укрепляет иммунную систему, поэтому защитные функции организма работают правильно. Во-вторых, поскольку хлорелла удаляет тяжелые металлы и токсины из нашего организма, человек меньше подвержен раку, который может быть вызван от загрязненной окружающей среды. В-третьих, исследования показали, что у людей, однажды диагностированных раком, хлорелла усиливает действие Т-клеток, помогая бороться с новыми аномальными клетками. И в-четвертых, если рак уже диагностирован и больной подвергается химиотерапии или лучевой терапии, хлорелла может помочь в борьбе с побочными эффектами и использоваться в дополнение к естественному лечению этого заболевания. Было показано, что высокий уровень хлорофилла в хлорелле защищает организм от воздействия ультрафиолетового излучения и одновременно удаляет радиоактивные частицы из организма. Номер 7. Снижает уровень сахара в крови и холестерина. Диабет второго типа и высокий уровень холестерина – это 2 серьезных хронических заболевания, с которыми сегодня сталкиваются люди разных возрастов. Годы неправильного питания, стресса и недостатка сна привели многих к одному или обоим из этих диагнозов. В исследовании, опубликованном в журнале «Лекарственные продукты питания», исследователи обнаружили, что дозы 8000 микрограмм хлореллы в день, разделенные на 2 приема, помогают снизить уровень холестерина и глюкозы в крови. Ученые считают, что хлорелла активирует ряд генов на клеточном уровне, которые улучшают чувствительность к инсулину, способствуя здоровому балансу. Номер 8. Помогает контролировать кровяное давление. Хлорелла способствует укреплению здоровья сердца и почек, что необходимо для нормального кровяного давления. В одном исследовании люди с умеренно высоким кровяным давлением принимали по 4 грамма хлореллы ежедневно в течение 12 недель. У них в итоге были более низкие показатели давления, чем у тех, кто принимал плацебо. Что еще известно о хлорелле? Как вы уже поняли, хлорелла является одним из самых питательных суперпродуктов в мире, а также входит в 10 лучших продуктов для здоровья в мире из-за плотности содержания питательных веществ в минимальном количестве продукта. Используется в традиционной китайской медицине. Считается, что хлорелла оказывает успокаивающее действие на нервную систему, питая и восстанавливая организм в целом. В аюрведческой медицине считается, что хлорелла дает жизненную силу людям, которые чувствуют себя истощенными или если организму требуется дополнительная энергия. Противопоказания. С осторожностью стоит отнестись к приему хлореллы в следующих случаях: людям с проблемами свертываемости крови, с аллергией на йод или наблюдающих за его употреблением, во время беременности и в период лактации. Несмотря на неоспоримую пользу хлореллы, во всех этих случаях перед употреблением